На планете Земля существует всего лишь два таких пляжа. Сейчас расскажу, каких. Первый – это Махо Бич, который находится на Карибах. И там, на этом пляже, приземляются самолеты на 20 метрах над вашей головой. Это очень крутое ощущение. И второй – это пляж Майкао, Таиланд, на острове Пхукет, на котором непосредственно мы побывали. И я скажу честно, это потрясающее зрелище, и оно того стоит. Потому что там приземляются самолеты, ну, возможно, где-то на 50 метрах над вашей головой. И это очень-очень здорово. Прям вообще кайф. Поэтому всего лишь два пляжа таких в мире существует. Есть еще пару пляжей, но там гораздо выше. Вот эти два – это топчик. Поэтому их стоит посетить.